1 апреля можно не стесняться, громко улыбаться, мило издеваться. Я говорю, ну это же розыгрыш. Смешить других и самому смеяться. Вот-вот-вот! В самый веселый день года на 7-м. Короли юмора. Если ваши подчиненные довольны зарплатой, значит, они воруют. Известные комедианты. Будешь себя плохо вести, тот дядя тебя заберет. И дядя скажет, не-не-не. Забавное кино. Ты что на свой калибр наставил? День смеха на 7-м. Хорошо вместе.